чистые души в белых одеждах на сцене музыкального театра артисты балета. Уже второй месяц репетируют постановку по мотивам повести Николая Гоголя «Вий». Пластические спектакли эта сцена вспоминает после долгого перерыва. Их не ставили уже полвека. В Алтайском крае, конечно, ставятся балеты, но они больше малые формы, одноактные, здесь полноценно двухактный балет, и поэтому изюминка будет, что не задействуются ни актеры, ни хор, ни никто, только артисты балета. Для этого спектакля зрителям придется подготовиться морально, чтобы быть готовым к новым форматам повествования. Языком жестов зрителю рассказывают о борьбе добра и зла, о любви и перипетиях. Помимо тела, эмоции раскрывают и костюмы, которые специально отшили для постановки. Очень много задач у костюма, именно балетного спектакля. Когда у нас есть слово, когда у нас есть песня, когда есть какой-то такой стих, да, нам проще выразить... нам понятней, внятней, выразить какую-то эмоцию. Когда у нас этого нет, и у нас есть только тело и, грубо говоря, костюм, средств выразительности меньше, но одновременно они какие-то острые, понятные каждому. Будет ли постановка также в хорошем смысле пугать зрителя, как советский «Вий» – одна из главных интриг. Но ограничений для просмотра нет. Премьера балета на алтайской сцене 10 июня. Анастасия Бертенева, Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.